исполнить эту песню «Антигалилей». Ну хорошо, исполним. Эта песня была сочинена Володе Высоцкому живому. В далеком 67-м году, когда Высоцкий приехал вместе с театром на Таганке в Питер, и в снесенном ныне театре, Дворце культуры первой пятилетки, где вместе поставили концертные залы Георгиевские, этого Самаринского театра сейчас, там была премьера «Жизни Галилея». Не премьера, но Ленинград, например. «Жизнь Галилея», они приездили на город Галилея, и я написал, посвященный ему живому, слава тебе Господи, в те еще поры в 67-м году, песню, которая называется «Анне Галилей». Но кто в наши дни поет, ведь воздух от гари душен, и рвут мне железом рот, окурками тычут душу, ломают меня палач на страх остальному блюду. И мне говорят, заплачь, а я говорю, не буду. Пихнут меня в общий строй, оденут меня солдатом, навесят медаль герой, покроют броней и матом. Мне водку дают, как чай, чтоб храбрым я был повсюду. И мне говорят, стреляй, а я говорю, не буду. Мне говорят, ну что ж, свою назови нам цену, объявим, что ты хорош, оставим тебя на сцену. Врачуют меня врачи, кроят из меня иуду. И мне говорят, молчи, а я говорю, не буду. Врачуют меня врачи, кроят из меня иуду. И мне говорят, молчи, а я говорю, не буду.